убийство Александра Михайловича. На Рублевке возле дачи ЦК. Убивает детей страшными садистскими методами. Здрасте. Забор покрасьте. Товарищ Боков, следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР. Я следователь по этому делу. Какой же вы следователь? Вы же даже не мужчина. А правда, что Ваню на куски порезали? Вы какого хера вообще ничего не сделали, а? Любая мелочь важна. Когда выходишь в лес, там какая-то бешеная энергия, какая-то дикая сила. Я понимаю, что он насилует, убивает, и это доставляет ему удовольствие, но я такого никогда не видел. С каждым разом он заходит все дальше и дальше. А милиция мало того, что не знает, что с этим делать, она еще и пытается скрыть это от населения. Вы никого не найдете. Ты со своим маньяком совсем стал как маньяк. Ты о чем-то можешь еще думать? У тебя семья есть вообще-то. Боков хороший следователь. Ну, ты же видишь, что с ним происходит. Пропустите меня! Домой сюда! Господи, как это вообще возможно? За последний год я видел столько убитых детей, сколько никому не пожелаю увидеть за всю жизнь. У меня сложилось впечатление, что всем просто насрать на своих детей. Ну, должен же он ошибиться. Не может он не оставлять следу. Это в книжках, дядя Степа, добрый милиционер. Вы его убили, вы все подстроили. Вы для меня все каратели. Я и сам себя боюсь. Это мораль, это то, что отличает нас от животных. Значит, я животное.